учебники читать неперспективно, решать задачи трудные не нужно, и физика, и химия противна. Мы прогуляем все уроки дружно, учебники читать пустое дело, домашние занятия занудны. Положим в рот арбуз, мы уже спелым, и нам не нужен указатель трудный. Учебники читать, лишь время тратить, и математика никак не пригодится. Ну, а налоги спросишь, кто их платит? А я скажу, налогами гордиться. Учебники учить, какая польза? Какая польза знания иметь? Ведь есть одна заманчивая поза — в кровати свое тело часто греть. Задания учить, какая скука, как обезьяна графики чертить и формулы писать сплошная мука. И Менделеева охота прокатить. И формулы писать сплошная скука. В оценках перестало нам фартить, и Менделеева охота прокатить. Учебники читать неперспективно, решать задачи трудные не нужно, и физика, и химия противны. Мы прогуляем все уроки дружно.